Провел совещание заместитель главы города Александр Новиков. Он представил нового председателя комитета по городскому хозяйству и промышленному комплексу. Им стал Иван Блиновских. Система жизнеобеспечения города работает стабильно. В 7-м и 8-м микрорайоне, а также в деревне Сосновка, есть временные ограничения по водоснабжению. 20 августа стартовал первый этап конкурса «Миллион Росатома». Проект предлагает жителям Десногорска определить одну из предложенных социальных сфер, куда, по их мнению, целесообразно направить 1 миллион рублей. На сайте администрации проводится онлайн-голосование. 30 августа с 10 до 10.30 будет проводиться проверка муниципальной системы оповещения с включением электрических сирен и передачей речевой информации. Население города просит сохранять спокойствие. Комитет по культуре анонсировал новые мероприятия. 1 сентября на стадионе «Атомтранс» состоится межрегиональный чемпионат Центрального федерального округа по рубке шашкой «Казарла». Площадка будет открыта с 10.30 до 18.00. Также 2 сентября всех гостей и жителей города мы приглашаем на городскую летнюю эстраду с 12 до 14.00. Мы шагаем дружно в школу. Развлекательная программа для детей. В преддверии начала учебного года в городе планируются тематические события. 30 августа в 11.00 в ЦК ИИП состоится традиционная городская педагогическая конференция. А 2 сентября в школах города пройдут торжественные линейки, посвященные Дню знаний. В первой школе начало в 10.00, во второй в 9.30, в третьей школе начало в 10 часов и в четвертой школе в 10.30. Виталий Волков, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.